так много. За 8 сезонов, 25 игр, по 3 матча в среднем за сезон. Тем не менее, 4 финальных серии. И это пятая. Хороший шанс. Тимкин получает шайбу. Закатывается 1-1 с Сорокиным. И не сближаясь уже для того, чтобы переигрывать вратаря. Бросает и не оставляет шансов Сорокину. 1-0. Несколько минут тому назад. Ну и сама передача. Вот она, передача от Криса Ли, который до этого несколько раз был не безупречен. Но за эту передачу ему можно простить и 25 ляпов. Была очень похожая ситуация, да, когда он пытался найти Мазякина. Диагональной передачей. Тогда эту передачу перехватили. А здесь очень быстрый переход из обороны в атаку. Диагональная передача от Криса Ли на Евгения Тимкина. И Евгений Тимкин выбрал очень подходящий момент, чтобы забросить свою первую шайбу не только в этом розыгрыше Кубка Гагарина, а вообще в плей-офф.